Я хотел жилока взять. Ну ладно. Гильдию лучше взять. Здесь я хотел Африка просто пойти. Декрама может зайти, нет? Нет. А, кстати, ты можешь зайти. Зачем тебе Лем? И ДПС будет, блядь, пиздец. 250 тысяч. Где там? Ух ты, и шлем выпал, господи. И кольцо выпало, 20 тысяч. Ну я открою дверь, две минуты отойду, не кикай там. Значит, там еще? О господи, вот это форта просто. Трися, ты тут, Санек? Придется тебе делом не пойти. Удачи, пожалуйста. Так, вот мы умудрились собрать почти герои, кроме Руди и ШП. ШП, кстати, толковый. Очень. Находился вместе с ним один год в гильдии. Всем привет. Привет, это, кстати, он. Eternal Living. Нет же, не промёшь. Давайте убьём звёздочку сначала. Клота, как дела в гильдии? Рассказывай. Ты, короче, помнишь, ты с профа ливнула, потом мы убили лича, кстати. Мне надо было уйти. Не думал, мы не убьем. Так. Умка, ты в РК? Какой у тебя ник? Невис, ты в РК? Да, в РК. Кто? Фози, а, это ты, да? Хорошо. А Умка, ты кто в РК? Клод, это понятно, Фози понятно, Апельсин понятно. Стол. Мумка становится участником группы, ну ладно. Кушайте рыбу. Майли, поставьте стол. Давайте по бафам. Рассар. Я тоже стол. Рассар, ты тут? Да, да. Раздавай кресты. Я раздам кулаки. Некис добавляет то, что остается. Игрока. Да. Раздавай каски. Бафами порешали. Арда, ты БРК? Ок.
напуливать, знаешь как? Нас БДК танк. Первая пати. Теперь в РК пишем, на какой спек вы ролите. Пример. Стил ролит на танка. Есть у кого фласки, ребята? Махну фласки, две фласки, блядь. Дайте две фласки, пацаны, пожалуйста. У меня есть фласки. Что лучше? Сосу за фласку. У меня есть фласки. Ставь столик. Благодарю. Этот Рога, кажется, писал, что это идет, наверное. Чек на АФК. Инвиз, ты тут? Да, уже в РК писал. Говорил точнее. Ставьте шкаф, суманем Рогу. Машулечка, давай трейд, я тебе дам бесплатно. Держи две фласки. Надеюсь, хватит. Леди. Да, леди, да. Но лизни-то ты мне дам. Не так богат. Уничтожатор, заходи. Так, пароль для улчата. Одна печенье с рейда, одна шмотка и пушка с лича. Запомните эту информацию. Чек. Разрол будет происходить во время того, как мы бьем трэш. То есть убил не босса, я забираю себе лут, идем дальше. И будет время, разроливаем вещь. Мы не теряли время. Берета, ты тут? Блин, дал ему две фласки, он чуть не подтверждает. Все, пошел макрос на пол. Уничтожатор вперед. За босса не заходим. Стоим возле звездочки. Давайте рост. Служи выходим. Вышли служи. Играем в шипы сейчас. Все в шипы играем. Вышли служи опять. Перебегаем от луж. Опять шипы. Давайте в шипы все играем. Служи выходим. Сейчас будет вихрь. Рейд, стоим возле звездочки в центре. Босс будет двигаться от танка к танку. Караул, отбежали. Что-то пошло не так. Встаньте просто возле звездочки, кучкуйте здесь. Здесь будут шипы. РДД играем в босса, а мелики играем в шипы. Все, мелики стоим возле звездочки. Вот, звездочка. РДД бьем босса. Бежали опять от пуш. Сейчас будут новые шипы. Все, играем в шипы, милики. Все в шипы. Выходим с лужи, давайте в звездочку смещайтесь. Сейчас закончится вихрь. Давай, ладно, сакру не надо. Давайте все под босса. Новые шипы появились. Трусы. Сзади шип. Берета не смог встать в звездочку. Отбежали от лужи. Капельку уничтожаторов, встали под босса опять. Все в шипы играем опять. Все в шипы. Очень плохо, что вы стоите не в одной точке. Трудно сразу все шипы слить. Последние шипы. Все в шипы играют. Мы бежали от босса. Давай, Сакру. С СДПР гимна отхил. Все, добивайте босса. Поднимайте павших. О, господи. Так, кто
Вот, давай в танка. А чё не числа, где? Бо треба... А щита выпала? ШП. Баф для ШП, понимаешь? Надо баф для ШП. Так, на второй фазе босса ловит уничтожатор, на него напуливаем. Босс кидает на него стаки, которые уменьшают его агро. Когда у уничтожатора будет 3-4 стака, напуливаем на второго танка. Да, это да, будет... Девенсенс, это бисовое кольцо. Это по напулу. По тактике паладины знают, что с пула надо отдавать каплю на какого-нибудь игрока и по КД ее давать во время боя. Слово звездопад с пула и по КД. Когда кого-то кидает в контроль, мы не ауешим, контролим этих игроков. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует... То же самое с духами на второй фазе. Появляются духи, мы от них отбегаем, желательно всем дистанцию набирать. РДД хилов касается. Чтоб если будет взрыв, урон получат не все игроки в рейде. Можно будет захилить это. Что там еще надо сказать? Протопал справа, танчит трэш, БДК слева. Милики слева танчат. Вот. Милики слева бьют, РДД справа. Давайте бафы. Крестобаф обновите. Кулаки каски. Крест локу дай. Если какая-то из сторон не справляется с трэшем, левая или правая сторона, мы идем помогать. Зачем было агрить два паука? Бейте звездочку. Слишком рано сагрили. СДПР, давай гимноману. Сейчас поставлю этот рыбу. Мы начнем. Компуктер новый, да? Напиши характеристики компа в РК, посмотрю. Интересно просто. Пушите рыбу. Мне просто интересно. Кушайте рыбу, у вас 20 секунд, потом начинаем. Чек на АФК. Молодец. Кто-то спулил. Негарна дитинка зробила це. Пошли бить. Капли сливаем, ДК сливаем, антимагию свою. Выходим служ. Пожалуйста, танки выводите мобов служ. Справа трэш добить. Помогаем трэш справа, сейчас будет контроль. Так, застанил квадрат. Контрольте других людей. Трусы надо законтролить. Трусы вар. Караул. Так, Трисе, будь добр, СС на табурену. Так, вышел новый трэш. Пошли в трэш играть. А вы можете вот Мишка БДК чуть в центр отводить мобов, чтобы милики смогли быстрее перейти к второй стороне. Добивайте трэш быстрее, господи. Скоро контроль. Расконтрольте игроков, трусы в контроль, трусы квадрат, трусы милик. Не вижу контроля по трусам, бьет сову до сих пор. О господи, ни фира, ни стана, ничего. Бабли? Ого. А как же массовое рассеивание? Олень. Побежали бить трэш. Так, контроль 5 секунд. Стопаем ауе дамаг. Андриага, подними Джея.
Диспельте Геру с босса. Бафы по Джею. Отбежали от лужи. Переводим Лича. Леди. Добейте трэш справа. Играйте все в трэш. Джей, подыми стила. Табурена, подыми берету. Я возле леди. В центре. Все в трэш. Играем контроль 3 секунды. Дайте фулл баф по магам, пожалуйста. Расферили людей. МК, обнови маг. Убежали от духов. Веди босса. Давайте рост. А, КД. Бля. Бафы дадут, нет, сегодня, бля? Пристабаф, лапу там. Помолчи, пожалуйста. Дайте баф в рейде, когда будет время. Играйте в трэш. Вышел трэш. Надо убить его. Контроль 3 секунды. Стоп, МЛЕ, дамаг. Сейчас будет духи и контроль. Отбежали от духов. Веди, леди. Достанил. Остальных людей контрольте. Напуливайте на уничтожатора. Сейчас 4 стака на мишке. Каких бафов не хватает еще? Гимн на ману дайте, пожалуйста. Нету маны. Так, ну давайте, Мяша, гимн на ману. Шаманы, ТТ на ману. Оптимус гимн на ману. Напульте на уничтожатора. У Войда 5 стаков. Играйте все в трэш. Отбегаем от духов. Служи, выходим. Выйти, служи. Не стойте в луже. Так, луна в контроль. Контроль, ребят. Луну желательно заставить. Отлично. Так, это плохо. Что уничтожатор в контроле. На воде 5 стаков. Следите за агро, отбегайте от духов. Не бейте, короче, леди сейчас. Escape нажмите. Там пару секунд подождите. Нейкист агро. Нейкист бабл прожми. Сейчас сальву тебе кину. Кинул сальву. Бейте все в трэш. Не бейте леди. Расконтрольте игроков. Протопал в контроле. Забирайте трэш, другой танк. Весело. Почему леди не убивает Джея и Нейкиста? Отбежали от духов. О, все, на воде босс, отлично. Все, добиваем леди. Можно вести леди к воротам, кстати. Потому что у них скорость передвижения выше, чем у обычных классов. Мне кажется, это багеры какие-то были. Да не, потому что у Рятрика скорость выше бега, чем у обычного класса. О, нет, это себе накидывает. Дайте, пожалуйста, мне каску, а то я, ну, украл баф, короче, с босса там, ну, потому что мне не бафнули каску. Сколок льда. А кто первый по очереди? Я выше там. Ну ладно, тогда ты. Кто устал в рейде, хочет пойти, Варенька может заменить вас. Там Рога Пуговский два раза последний по дамагу, только по боссу. Да, я видел, он умер еще на леди. Он на ребре умер, но почему? Я не знаю, я не заметил. Но это не костерец. Рома, потому что в сове кинули ПС, он увидел это, охуел и умер, блядь. Сове. Нормально. Под Геру можно ПС, давай. Зайдет. ПС под Геру всем заходит.
Ну, вот что делать с инвизом? Посмотрим на следующих боссов. Волю ему отдать. На сурке посмотрим, что будет. Если будет 5 кдпс, как у орды. А не, у орды, наверное, даже больше будет. Гильдию взять его, да научить играть. Только тебя 8 лет не можем научить играть. Ну, смотри, орда нормально надамажит. Рога 5 и 5. Было полезнее, чем рога 6 и 2. Видишь? Как хорошо. Догнал почти при 100 мага. И это 5,6. Или 5,5 у него. Молодец, орда. Великое будущее чую в тебе. Великие ранцы. Друзья. Запускаю босса. Машулечка, можешь не лететь, там у тебя порта нет. Вибач, будь ласка, стола нема, але є риба. Біля звездочки. Можно так, девочка, пожалуйста, меня укачивает. Більше так не буду, вибач. А по-моему, в этой же гильдии Украина так и релят, да? Угу. У них там еще ГП за русскую мобу начисляется. Там мы... Давай там разговаривать на суржик. И этот самый, Рома, у гильдии Украины там сразу сжигают на кострах русских, блядь. В натуре. Бандеровцы одни, блядь. Чтобы потрапить в гильдию Украины, треба гимн Украины спевать. Не, надо снять, когда москаля убиваешь. Или на гиляку сажаешь. Одно, наверное, слово и все, не вступишь в гильдию. Это такое. Да не, мне что-то стыдно, то что я плоховато разговаривал на украинском языке на самом деле. Ты решил потренироваться, да? Не, это никак не относится к этому. Просто у нас на работе есть несколько людей, которые разговаривают просто на таком диком суржике, типа то хвате, сойде, скільки ти зробив уже, из такой интонации же. Це просто тоже. Они умные люди, да? Уничтожатор, красава. Молодец. Я же сказал, что вылетел. А, понятно. А чё никто не сказал? Есть байеры еще? У меня есть. Поднимаем стила. Ты уже здесь, Валера? Да, я уже здесь. Могу дать. Снова маг. Перелетаем. Ребята, которые умерли, вам надо лут. Рога опять третий раз умирает, не везет ему. Ну ладно, раз ничего не ответили, значит лутаю, забираю себе все. Запускаю босс. Бля, тут в моей пушке Оптимус сидит, пока я мага бил, летал. Что за хуйня? А он любитель. Больше если не клювом не щелкает, ты их раз сорвал. Ну он сэкономил нам одну секунду. Кинул пацана на пушку, да? А перелетел, перелетал, он уже накопил 10 энергии или даже 20. Давайте разряжайтесь резче, 4 секунды до мага. Свободная пушка рядом с ним. Это нормально. Он из своей вылез, в твою залез, блядь. Сука. Я иду на минуту. Я, подожди, только на минуту, я же просто запущу сейчас сурка. Давай, давай, я тут. Так, смотрим на лут и следим за тем, как я его забираю. Это... Запускайте сука, хотя сейчас можно разролить, пока есть минутка. Запустили? Ага.
Хорошо. Какие бафы надо вам дать? Пишите об этом в РК. В рейде, точнее. Так, щит. Колипал, Эршам, или на мейн. Трейд. Сразу трейд звезде. Да нет, подожди. Поклонский, ты на Холипала ролишь? А, стоп, два щита выпало. На туре два. Ну ладно, по Поклонскому на успех рольте тогда. Поклонский, давай трейд отдам тебе. Я пообещал его матери, когда... Так, колечко, сейчас паролем еще. Кольцо роля. Ты метка сердце, да? Давай, трейд. 20 секунд добавим. А есть у кого-то две фласки на хасту или на СПД крит? Куплю. 500 голды. Пошел нахер. Слышь, на аукцион еще купить, Рома. Ладно, 400. Давай... Подожди, стопнем сейчас, попросим его не начинать. Турка этого дурацкого. Давайте рост. Кинул, блядь. Да, кинул. Смотрите, сейчас будет трэш 10 секунд. Нужно убить трэш. 2 секунды трэш. Кружок не добили, трусы. Две секунды трэш. Три босса на мне добав. Плохо бьете трэш. Запороли на кисту ДПС. Кто нет в ДПС, кто-то следил за этим. Интересно стало. $14,000, нормально. Боже, пиздец, пацан, блядь. Трэш сейчас будет. Трусы добить. Ром добить. Блин, что-то с ДПСом вообще, ребята, плохо. У меня уже откатилось второй гнев карателя. У меня он обычно откатывается, когда у сурка лям. Два ляма при среднем рейде. При хорошем на КД. Разрядрики хороший ДПС дадут. Так, снова трэш, три ляма, не успеем. 3 секунды. Надо в трэш играть. Давай сакру. Последний трэш. Спас Джея, застанил трусы. Джей бы сейчас умер. Видишь, как я тебя спас. Чей ромбик на него пошел. Так, давай посмотрим ДПС. Идемте все на чуму. 279. Отличный ДПС. Ладно, вторник был 250. А, во вторник. Нормально. Быстрее, на 8-м месте. Помните о чести, герои. Плохо. Не
была битва, никогда не отрекайтесь от нее. Нейкист умер, и то он не последний, короче. Посмотри, дабл варар, да, я их добрал, потому что никого не было. Так-то они 5 и 6. Может, мы какого-то из них попросим отдохнуть? Ну, тогда надо менять Эндриагу, Росара, 6К, они тоже так же дают. Они физически не смогут дать, 5 и 5 не сможет никак дать, блядь, больше девятки, блядь. Вон он дал 9 тысяч, нахуй, это... Ну, он не сможет больше. Это то же самое, блин, просто все обычно определяют претензии к 5.5, но забывают, что такие же люди по 6.6 и 2 КГС дамажат. ДПС нужен только на профи и наличие. Если там проблемы будут, то заменим. Можно поменять. Те, кто ниже, блядь, 10 места, можно нахуй пихать, блядь. Давайте выиграем Вальку. Да ты по-любому первый в трэш, там что-то 480 тысяч, у тебя больше никто не дал, наверное. Ну да, ничего, что там куча трэша было, он по-любому должен быть первый. Но он его бил, не только звездопад, он еще и бил. Так сова не теряет ДПС, если переключается в другую цель. Да там бомбит на сове, но только я что-то близко стал, короче, и на меня очень много мобов срывалось, приходилось там отходить, прожиматься. Это же больной. Эй, ну кейс дурный, круто. Я выучив тактику на сову. Так, получены урона врагом. Не запускайте только крока, ладно? О, Нарда, смотри, это Рок, наверное, у него великое будущее, он 200к надо мажить. Че красава. Это мутик, да? Нет. Это комбат. Но вы хотите менять, блин. Короче, я отойду на минутку, чай сделаю. Вот, ты будешь отходить, а орда 5.5 будет дамажить, трэш, молодец. Давайте играем в звездочку. А вот да, во вторник это самый. Кого-то меняли наличие? Бибок. Ты, чё? Блядь, прям как этот, блядь. Прям как Арсен Венгер в Арсенале, блядь. Веришь, ну. Всех, блядь, еще, блядь, неопытных, блядь, молодых, нахуй. О, Сэн уже, его уже нет в арсенале. Ну, он был там, и выпустил оттуда миллион звезд просто. Может, мы на Орду выпустим топ-рогой. Осуществим трансфер. Трансфер солчата. Как думаете, возможен переход Клота, трансфер Клота из кодов Стопора в Dark Stars? Нет. Вот ты прав. В аренду на пару рейдов. Предлагаю отдать Джеррионам, блядь, обменять на Джеррионам, блядь, сделку, блядь. Пойдёшь, фламаян, честно. Доплатить придётся. Ну так пускай доплатят, блин, и забирают Джеррионам, блядь. Придётся Трисе отдать тогда ещё. Подарок? Не, ну зачем Трисе? Трисе нормально, типа, на Ленку ж не сливает, блядь. Откуда ты знаешь? Он сливал арену. Ты сам знаешь, что не сливал арену. На ачивку. Не даже сливал. Я не на ачиву сливал, я помогал там просто Майрону и компании. Я ему аккаунт дал и пошел спать, они там сливали потом. Потом нас забанили. Да, кроме меня и Пеппера забанили всю эту ватагу.
Я не понял даже, почему только нас. А, и тогда я и забил еще. Был 12-й год лета. Давайте убьем звездочку. Сутулова тяните. Пока. Сколиозника тяните вот этого. Сколиозника, да. Сутулова. Ребята, Ягер пишет, ну ты хуесос, Ягер, не пиши так. С. Гарно. А, блин, уже сагрили собаку, давайте вонючку играем. Молодцы, сагрили вторую собаку, спокойно. Удержу медведь. Сейчас. Отводи только, отводи. Давайте, а, рост КД, играйте вонючку все. Чешки отдавайте. Кто-то меня поменять должен сейчас, через секунду. С медведя кто-то заберите, медики. Протопал. Я забрал на себя. Я забрал на себя. Скину. Гнев небес, кольцо льда дали. Я дал, дал, дал кольцо. Прелесть на мне, если что. Сейчас, 2 секунды, секунда. Дела хильте, сейчас умру. Добиваем вонючку. С СДПР гибнат хил давай. Все. Безопасность рейда снова восстановилась. Скиллово. Так, у меня гнев небес на КД. Паладина, юзаем гнев небес, кольцо льда, маги. А у скилл у магов кольцо льда называется? А, да. Фрост Нова называется. Мне вспомнилось просто это, герои пятые. В книге заклинаний был такой спел. Кольцо льда. Что ли, поиграть в героев опять? Лучше Ведьмака третьего. Ну, эти павших. Да, когда куплю компуктер. Чё, у тебя не тянет? Но... Потом убьем ловушку. Тоттенер убьет. Тут пусты. Так. О, блин, а чего они сказали? У нас два приста в третьей пати, надо их раскидать. Чек на АФК. Теперь слушай внимательно. 3 ШП, 2 совы, ЛМ 6, Кан 7, протопал 8 и Лок 9. Вы должны по 2 человека рассредоточиться. Сейчас скажу как. Кушайте пока рыбу. Давайте, слева возле кузницы лизни тотем и квазар. Справа от кузницы СДПР и Лин. Оптимус Клотта позади босса у кузницы и Андриага Джей у ворот. Принеси лапу, пожалуйста, в студию. Так, Джей не пришел. А Венс, будешь на рендже стоять. На рендже возле ворот. Сейчас дам кулак. Чек на баф. Джей поганий, треба йому мінус ЄП зробити. Всі готові, погнали. Шаман один, Тларіум, статем на силу природи. За спину перебігаємо. Смотрим лужи. Орда, можешь кош прожать, снимешь болезнь. Верим, надеемся в тебя. Отлично. Так, что-то мелкий слизень пошел в рейд. Что за хей? Перебежали. Если вы добили трэш, то я тут. Иди на тухлого. Иди на тухлого. Как вы так быстро? Я даже не успел в туалет сходить.
А как ты думаешь, кто за Катайка? Это Freedom, Loco. Сейчас дам, подожди, дал Freedom. Мы еще две собаки сагрили и убили, блядь. Да, Брена, прожми кожу. Бля, я Крока запустил, пацаны, что делать? Не туда побежал, извини. Ты дурный, не запускай Крока. Большой слизень. Отвечаю, слизень. Крок заговорил. За спину перебежали. Большой слизень сейчас, по-моему, должен быть, не? Не. А, да, нет. Снова лужи. Отбежали от луж. Эндряга, не стоит так близко к рейду, видишь? Давай Джей уступит место какому-то пацану нормальному 6К, блядь. За спину перебежали. Я на себя вообще-то маленького одного забрал. Кто так еще может? Глыбу прожми. Почему Джей сагрил моба? Не могу понять. Саяк загорели. Но он меня бьет, хил будет вообще сильно. За спину перебежали. Хан, ты не должен здесь стоять. Хан, ты ебей отсюда, блядь, там где должен быть. Так, Хан, ты где Хан должен стоять? Уже забыл. Хан, набери раньше, ты близко стоишь к человеку. Большой слизень в рейде, прожмите чешки. Будь ласка, забери. Возложение Квазару дал. А ну, поведенишь. А, вау, кто же на рейндж может встать? Я на рейндже, ребят. Ну все уже, здесь не заблюете. За спину перебежали, большой слизень в рейде. Наверное, на меня может и блевотня кинуться, раз маленький кинулся. Вот это был экшен. Танцы со слизнюками сделали, все благодаря мне. Отличные новости. Ага. Хоть плыви по ней в круизы. Ого, да я поэт. За мной какой-то медведь гонится, блядь. Да, сейчас дам. В смысле, демон, ты вообще не должен был находиться в той точке? Я не знаю, что с собой так человека должны были стоять. Даже называли конкретно ники. Мы стояли вдвоем. Ты туда третьим пришел, нахер не сдался. Может, лужа была, где он стоял? Какая разница? Так, там два шага влево, два шага вправо. Туда-сюда, да. Может, это тухлый вообще мобиль? Мне кажется, да. Вот тут вот сейчас пришли на гнилого. Боссов переместили. Ну, поменяли местами. Бафы давайте. Дайте по элему бафы. Каску из таба в лапы. Там СДПР по гимноману. Макрос на пул. Инты нет. Ну, без инты, значит. Маги дайте. А как без инты? Покричать об этом 10 раз. Все есть инта. Некист, тебе придется вынести спору. Некист, друг. А не, по-конски просто стоит. Ну там да, что? Я вот тупо. Да, уже тупо. Ладно. Забыл, что он не танчит. Вейбач, будь ласка, Некист.
Так. У кого стоит Shadow Resist? Паладины. Спасибо. Вот, ответили. Валеру хитри, а то там его босс разъебывает просто в хламы. Да, прижмешь этот мастер аур. Капельку дал. Дерево лужа. Блин, зачем? Надо было капельку поклонскую. А я дал уничтожал тру. Блин. А, нельзя. Поражались, выжили, дамажем дальше. Лавенс. Флешку на машулечку, чтоб не умерла. Потом будем идти в РС или спасать рейд Ancient Gods. Ладно, я пойду вынесу, орда домаш. А, да. Детка гниль же была уже, господи. Дабл вар вылетело. Ой, отойдите со спорами, хотя бы одну спорку вынесите. Блин, три спора в одной точке — это плохо. Ты всегда был моим любимчиком, как и гниломорт. На, они что, починили эту фигню? Спор уже не работает после убийства. Не работает. Да так, не прошло пиброка. Рассар, есть Регги на диван? Да, есть. Отлично. Если что, если будет такая ситуация, придется дать диван. Бенджей проиграл Войду, блядь, бич. Так Войд же кот, а я не кот. Ты хуже кота, блядь. Ты не то, что хуже кота, ты хуже Войда кота, ты понимаешь это, блядь? Это просто... Вот это обидно сейчас, да. Это еще битва с собой, блядь, проиграть, блядь, Войду коту, блядь, это что? Сейчас, релогнусь. Сейчас смотри, он меня на профиль выиграет, блядь. Да, на профиль он тебя выиграет, потому что он саванку. Ребят, сейчас я вены вскрою по-быстрому и вернусь. Давай. Ты заебала, покажешь уже сегодня. Да я в смысле, я здесь. Тебя нахуй в любой момент могу послать. Один раз отошел, говорит, надоело покашить. Слышишь? Миленький, мы стоим в звездочке или квадрате. Вот квадрат. Бьем зеленого слизня. Если нас откидывает, мы смещаемся в РДД зону. Ты себе кидаешь проклятие на двух слизней. Стопаем дамаг на первой фазе, ждем зеленого слизня. Я ахну пару минут, хорошо? Чего? Авкну, говорю, пару минут. Срочно надо отойти. Ладно. Ну давай. Это? Это Эрдру. Спек и Рому, и погнали без него, там он посмотрел. Да спекните вон Эндри Гаду, чтоб он куклу нахотал пока, а потом тот вернется и захилит как раз. Ладно, да давай разролим вещи, сейчас он вернется, я думаю, 2-3 минуты, а не 20. Так, что там дальше? Пояс надо кому-то? Вряд ли, ну этот тоже хлам не нужен. А кто у меня из варов голду выиграл?
Кольцо на танка. Double War. Давай трейд. Ты на танка ролишь? Или на офф это? Ларим, ты пояс давай? Давай пояс мне. Ой, не пояс, говорю. Трейд давай. 10% отдам тебе. Все, я тут. Все, разролили пару вещей. Чек на пул. Могу тебе дать 200 голд. Инвиз, ты тут? Все готовы? Сейчас, секунду. Да, Чеславе, тебе кольцо надо? Кинь ролл. Даблвар, передашь кольцо Чеславе, пожалуйста. Все, пей куклу. Чеславе выиграл по роллу. Надо ГП потом передать. Все, пуляй босса. Не прожимайте сейчас в джем зеленого слизня. Я вот не юзаю в них карателя, например. Стою вот тут. Ничего не делаю. Передаем чуму. Уходим с луж, если есть. Стопайте по профу. 4%. Милики встали в квадрат. Слизни играем. От лужи сразу отбегаем. Отбежали от лужи. Ты что, его замедлял? Да, у меня фул нормально. Нормально. Все к столу. На ком зеленый дебаф к столу? У меня, например, красный дебаф. Но я все равно иду к столу бить с профа. Играйте по дебафам. Так, смотрите, милики, бейте зеленого слизня в задницу, чтобы вас откинуло в центр. Отбежали все в центр, на ком зеленый дебаф. Оптимус, давай гимн на отхил. Оптимус, гимн на отхил, давай. Смена цели красного, отбежали. Так, дал боб на плариума. Добили облако. Добили. Так, второго бопа не будет, к сожалению. Сейчас будут колбы. Или менее. Нейкис, твой боб следующий, если надо будет. Так, выливается зеленый слизень. Не, я вас надурил, красный. Ты такой дурила, Олежа. Давайте играем красного слизня. Извините, пожалуйста. Не замедлил. Давайте в красного милики играем. Сейчас добьем красного слизня, и как раз будет колба. Инвиз ловит пельмень. Плохо. Так, давайте. Максимальная дистанция зеленого слизня. РД хилы. Сейчас будут три пельменя. РДД зону. Вот, пошли пельмени, отбежали. Давайте сейчас слизни играем. Милики, давайте в квадрат. Милики, не бежать к зеленому слизню. РДД добивайте. Сбежались в череп. Повезло. Отбежали от пельменей опять. Колбы сейчас будут. Не бежать по колбам. 7% по конским у тебя. Тридцать 39% у профа.
кто по проф, убьем красного. Красный не замедлен, поклон. О господи, Боб! Спасибо, Поклонский, что замедлил его, красава. Молодец. О господи, Боб. Спасибо за Боб. Нейкист. Поклонский забил Боб на то, что вы просили, блядь. Это было эпично, блядь. О господи, Боб. Ну, Триси, я тоже медленно бежал. Не Триси. Надо было зафилить, слышишь? Меня, блядь. Койл в него кидать. Я при чем? Твой, ты же видео пишешь? Ну да. Заебись. Да не, ну на самом деле он просто проспал его и не замедлил. Ты что-то его отвлек, начал говорить, там 4 лужи было сразу. А это, да, извини, надо себе накинуть. Так. Ну, у него было 7% хп, он в колбах стоит и пьет лужи. Он вообще умер. Ну идем, давайте быстрее подходим к этому профу опять. Ну и пусть сейчас его. Вы вчера в целках делили 25 гер? Сегодня ходили. Дай обмен, шаман. Мы почти осилили профа. Давайте посмотрим ДПС рейда. Так. Да. Пятерка меня последняя с конца не радует. Не, шестерка даже. Да уж семерка, чё. Да уж. Трися шестерка. Трися седьмой уже. В этой тусе. Я же говорил, что после сурка, что последняя, блядь, кто после десятки, можно менять смело, блядь. Да заткнись уже, топ, блядь. Меня лохуешь. Вот быть проблема на личе. Это было очень грубо и невоспитанно с твоей стороны. Рассар, подходи быстрее. Все, давайте, раздавайте бафы. СДП, у тебя гимн на КД. Оптимус тоже. Отлично. Чек на пул. Кулацкий тут. Сейчас вару дам кулак. Берета афикашит. Я кушаю, отпиваю ману, подождите, пожалуйста. Выехал уже за трясень. Все, давай пей куклу, пожалуйста, будь внимательным, пей, лужи замедляйся. Двойная лужа в мили-зоне. Надо отбежать. Постарайся не подводить профа в одну точку прям с этим слизнем. Я не могу просто выделить слизня. Стопайте по профу. 3% сейчас будут. В
Все в слизнях, квадратик, встали. Как нормально? Да, нормально. Сбегайтесь в череп. Добиваем профа, отбежали от луж. Ну, точнее, добиваем слизня. Отлично. Можно чуть ближе ставить, если можешь. Давайте по дебафам играем. Миленьки в спину, бьем зеленого слизня, чтобы вас откинуло в центре. РДД в центр становитесь, что вы толпитесь там? Все в центр сбежались. С ДПР. О, ничего не надо делать. Сейчас посмотрим. РДД добивайте на РНЖ слизня, не сбегайтесь к зеленому. Все, бьем профа, отлично. Идеально, я бы сказал. Сейчас будут колбы. Вот они. Мини. Миллики, не бегите пока. Линкс, беги в милизону. Сейчас ты медленно бьяешь, Линкс. Чем быстрее бьем красного, тем лучше. Колбы отошли от колб сейчас. Так, набрали дистанцию опять. Будет зеленый слизень. Сейчас пойдут пельмени. И пельмени в РДД зоне. Давайте в квадратик встали, милики. Играем зеленого слизня. Так, нас откинуло. Милики, отбегайте в РДД зону. Не бежать на слизня. Все, теперь добиваем. Надо захилить череп. 40% КП. Оп. Вот этот маневр сделал, конечно, хороший. Отбежали колбы. Скажи слово маневр на хохлядском. Не, не скажу. Ну, блин, если бы слизень взорвался, я думаю, там бы кто-то умер. О, не его. Табуреном, молодец. Стопайте по профу. Играем в красного. Эндряга, подымай табурена. Табурена, вставай. Ты не передал чуму, табурена. Почему не хилите клот? 17% КП было сейчас. Дал возложение рук. Отбежали от колб. Переводим проф. Не бейте в колбах. Проф сам подойдет. Это сейчас баг такой. Так, на ком зеленый добав? К столу сразу идем. Давай. Рос, давайте. Захиливайте цели дебафов. Мяша, ты спой быстренько гим на ману, поставьте тотем на ману. Милики в задницу зеленым слизню бьем. Красная убежали смена через одну секунду. Я вижу, я бью из красного. Все, можно. Оптимус, давай гим на хп. Все, можно профу копить. Колбы. Два эршама. Лол, табурена, подними машульку. Где она лежит, блядь? Не скажу. Отбежали. Куда я знаю, где она лежит, блядь? На полу. 4 стака на БДК, 4 стака на БДК. Я стаунтил на себя. Рассар, давай диван на протопала Поклонского. А, блин, я на БДК дал нечаянно. Стаунтил опять. Я заберу на трио. Все, два стака на себя забрал, нам можно добить.
Блять, какие вы, конечно, я не знаю. Два шамана, вы просто топ. Такой бой пиздец, блять. Я дважды крутился на ману, блять, потому что, ну... Машулечка лежала, пока мы били. Мы добили, она вставалку потратила. Она там ужик лежала. А нахуя сейчас было вставалку юзать? Сейчас ее зачем использовать? А какой у нее, какая у вставалки КД? 10 минут. Ну, 12 минут. Ну, на совете все равно она нахер не надо. Если бы это было на ничьей... Это если вкачать в пассивках, а так полчаса КД. Так а зачем ее сейчас юзать, если лужа КД? Кстати, наш рог опять обогнал этого рога солчата, блядь. Инвиз, если ты так будешь дамажить, я тебя поменяю на личе. Или еще раньше. Тебе рога прибегать. Обгоняет. То есть не так. Ну лича там только чудом можно убить, если никто не упадет прям. В два хила, наверное, блядь. И вот на выход. Ну, сейчас. Так. Киллы быстрее подходим. Сейчас вместо валюта потанчу спеку. Кушайте рыбу, 10 секунд. Подожди, не агри. Киллов нету, видишь? Я уже подбежал, забрал лут, они до сих пор сзади петляются что-то. Играйте звезду кружок, по кружку стан, фул стан в кружок, играем звезда в кружок. Не берите колбу, кто попало, дайте я возьму. Давайте весь раз здесь постоим, один танк сагрит справа, весь трэш, все. Как он идея, или не катит так сейчас? Нормальная идея. Ну давай попробуем сейчас. Ты даже можешь, знаешь, вот вих этот кинуть эти корни и просто забежать к нам. Это корни, блядь, там недолго висят, 15 секунд. Надо, чтобы лейтенанта хотя бы дали. Нейки, погнали. Погнали, поконтролим. Войт, да ты аутист ебучий, зачем ты взял ее? Сука. Слишком далеко. Все, уебываем вниз. Я вообще сейчас бы с ударя весь трэш вынес. Блять, откуда у тебя дети? Как тебе баба какая-нибудь дала вообще? Дружок. Я его, блядь. Маги дали кольцо льда по трэшу и отошли. Играем в кружок. Все, отхожу, отхожу. Надо дать. Так, что там еще? Где я? Я одного тактика законтролил, а второй где не могу найти. Где он что, не сагрился? Это быстро убили, да? А, да, там командира. Давайте командира еще веду. Мы потратили на первый трэш 50 секунд. А если б не будет, потратили бы 41. Может быть. Ровно столько, сколько у него IQ. Думал, скажешь член, ну ладно. Давайте, пошли в состояние, попитаем на тактиков. Ни разу и миллиметра, дай Джейми, блядь. Почему Олег сразу про член думает? Это какая-то комплекс у тебя какие-то. Да не думай я про член, ты обычно ж про эти члены шутишь там 5 сантиметров. Вот. Я и вспомнил это. Там первый раз слышу. В смысле? Там пацаны, типа, когда я шутил про это. Киньте, кто кинет ролл меньше. Олег, у того меньше. Олег, это у тебя фантазия твоя, Олег. Ну написал. Перестань. Базар написал перманента. Про члены пишешь, Рома, пишешь, видишь? Я никогда про них не пишу, я всегда вслух говорю. Ну, ВРК, а имеется в виду. Да, Джейми, Джейми, блядь. Оказывается, Джейми выступает по членам, а не войс, блядь. Это пиздец.
бывает, когда свою колбасятину выкатывает, я по ней наступаю. Смотри, в чате написал Кобзон, Захарченко в ПМ. Хороший троллинг, наверное. Я думаю, походу. Это пиздец. Да, наверное, специально докачал персонажа, так что сказать это все. 19 левел ровно. А что он написал? Я пропустил сообщение. Ну, написал Захарченко в ПМ. Не понял прикол? Сука, я не видел, просто не было чата. Сука. Теперь же ты меня раскудрявила. Интересно, они Захарченко заняты или нет? Ну да. Вот. Давай рыбу после босса.